Сегодня я пойду в кафе с самым низким рейтингом на Бали, чтобы поставить ему 5 звезд. Правило одно, я не могу врать. Выглядит мило. Официант со спины напоминал мою бабушку, я давно ее не видел. Первая звезда есть. Мы бронировали самое уютное место и нам дали этот стол. Физическая активность – круто. Я заказал картошку фри, суп, том-ям и спрайт. Мне принесли не спрайт, но красный цвет мой любимый. Спасибо. Также меня порадовало, что кетчуп не застревает в бутылке. А вот в туалете не было раковины. Как так? Первый раз с таким сталкиваюсь. Это явно минус, однако я обожаю корочки в пицце, а здесь вся пицца была сплошной корочкой. Приборы принесли только моему другу, поэтому я решил пить суп так. Считайте второй коктейль, и это 5-я звезда. Мне понравилось, и я написал отзыв.